Здравствуйте, хотела вам показать видео. Сегодня 30 марта. Хотела вам показать, что у нас в Тольятти 30 марта еще лежит снег. И просто показать вам наш двор и соседний двор. Если вам интересно, можете посмотреть. Весь двор во льду. Это вот двор, который рядышком с нашим. Ужасный ветер. Сейчас я попытаюсь вам показать. Все лежит снег. Такие горы снега. Хотела вам сказать, что у нас на дорогах лежит лед, толстый-толстый слой льда. Не знаю, видно на фотографиях или не видно, но вот мы ходим, и там очень большой слой льда, там лужи очень большие, когда он тает, и все-таки там замораживается. У нас температура еще по вечерам и по утрам 0 градусов, хотя уже конец марта, весенний месяц, но все-таки у нас холодно. Сегодня мы гуляли, у нас вот вообще руки очень замерзли, мы без перчаток ходили, было очень холодно. Смотрите, у нас здесь тележка на стоянке сама едет. Машины ее уже объезжали несколько раз. Она сама едет. Ветер дует сильный. Видите, сама едет. Обалдеть. Вот машина. Но правда она выезжает. Так что у нас такие вот ветра, вот как флаги. Прям. Такая волшебная тележка у нас. Только надо теперь ее объехать грамотно. Магазин Форд. Машины там продают. И тут же магазин Окей. Кафешка в магазине Окей. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал.